Зациклимся, ребята, сальто. Нет, 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 только не падай, не падай, не падай вниз, потому что, ох, реально, сзади, сзади, ребятки, обрыв очень большой. Я не хочу упасть туда. Так что, ребяточки, я хочу все-таки доехать до финиша. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки, и сегодня мы будем продолжать играть в игру, ребятки, Hot Wheels Race Off. Так, ребяточки, ну что ж, мы с вами уже дошли до 8 уровня, и это просто, ребятки, замечательно. Так, автомобили нам пока вроде не дают новых, ребятки, у нас на максимальную они заделаны, ну что ж, ребятки, в путь, может мы что-нибудь да и откроем. Так, поехали. Ох, ребятки, трасса, хочу вам сказать, такая, не из легких. Довольно-таки тяжеленькая трасса. Здесь нам надо, ребятки, преодолевать различные препятствия. О, трамплин! Вау, ребята! Камень, камень, камень! Ай-яй-яй-яй! Аккуратно, Юра, аккуратно! Тихо-тихо-тихо-тихо! Хух, ребята, вы видели? Ай, да что ж ты будешь делать? Ребятки, вы видели, как я через камень проехал, а через яму все-таки не смог? Ну ничего, сейчас мы, ребятки, повторим это дельце. Я люблю, ребяточки, вам говорить о том, что мы со спокойной душой все-таки должны приехать. Так, на вот этот камень, ребятки, нам надо наехать с огромной аккуратностью. Так, этот камень, ребятки, сейчас посмотрим. Давайте не будем загадывать, потому что здесь будет второй трамплин. Так, все показывает, что прошлый я взорвался. И... а, мне на скорости и надо перескакивать. А я думаю, а как же мне еще? Мне, ребятки, на скорости и надо перелетать. Потому что по-другому здесь и не получится перелететь. Я-то думал, что мне будет намного проще это сделать. Но, видите, пока не получается. Так, давай вперед. Разбомбим мы эту скалу. Давай, давай, едь, давай. Да что ж ты. Вот так вот. Ай, да что ж я... опять, а совсем же чуть-чуть, ребятки, оставалось. Реально, да что ж такое, не могу пройти. Сейчас мы обязательно должны пройти. Ребята, у нас самая мощная машина. Вы только посмотрите, какой огонь идет у нас из двигателя. Ух, вот это мощь, ребятки. Вы только посмотрите на эту мощь, которая вырывается из этого мотора. Пошел, 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 пошел. Отлично, наверное. Ага, нет, не, не отлично, ребятки, то, что я взорвался. Давайте по новой будем делать все. Так, поехал, поехал, поехал. Ох, бабах. Так, ребяточки, это, конечно же, никуда не годится. И это мне в действительности, ребятки, не нравится. Так как я могу очень довольно-таки долго проходить этот уровень. А как его правильно проходить-то, никто и не знает, ребят. Теперь газу, 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 ребята. Вот только посмотрите, как я газую. Ох, отлично, ребята, я все-таки сумел перелететь, и это просто замечательно. И это говорит, ребятки, о том, что мой профессионализм, ребятки, супергонщика, вышел на новый уровень. Так, новый трамплин, ребята, мы просто-напросто перелетели. Ой-ой-ой-ой, да что ж такое, оставалось, ребятки, совсем довольно-таки немножко. Так, а что мы здесь можем забрать, ребята? Это чекбокс, в котором что-то у нас лежит, ребятки. А здесь у нас три таких штучки. Так, дорогие друзья, ну что же я хочу вам сказать, что я недоволен этой трассой, потому что здесь в действительности приходится нам, ребятки, не сладко. Давай, машина, мощь, поехала вперед. Давай, газуй, газуй, ты супер машинка, я в тебя верю. Давай, отлично. Давай, 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 давай. Ох, ребята, вот так вот надо перелетать через эти плохие трамплины, реально, которые не предназначены для... Так, тихо, тихо, тихо. Давай, 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 давай. Перелетаем, это хорошо. Перелетаем еще. Отлично, ребяточки, мы все-таки перелетели. Вы видели, самое главное, ребятки, набрать скорость, и тогда мы сможем перелетать через любые препятствия. И что здесь, ребятки? Здесь у нас кольцо. Как всегда, давайте через кольцо с вами проедем. И проедем, и посмотрим, что у нас... ага, дальше у нас, в принципе, как всегда. Здесь бы нам надо бы притормозить немножко и начать, наверное, вот такую вот гоночку. Ох, 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 ох. Тихонечко.
Давай, давай, малыш, я верю, ты должен доехать до финиша. Так, ребяточки, посмотрите, какая у нас дорога стала такая, довольно-таки... Ой-ой-ой-ой-ой, куда же я лечу? Хоть бы не в яму, хоть бы не в яму. Ай, ребята, я так и знал, что я... Там будет какое-то препятствие. Это одни ямы, ребятки. Вот эта трасса у нас, одни ямы, это никуда не годится. Мы сейчас это, ребятки, с вами обязательно поправим. Мы уже немножко эту трассу выучили. Так, здесь мы, ребятки, перелетаем. Не получилось, конечно, перелететь, но тем не менее, ребятки, хоть немножко, да, перелетим. О, вот так вот, ребят. Да как так? Я на спину перевернулся и взорвался. Как так-то? Все боги сегодня, ребятки, против меня. Я, получается, никак не могу пройти этот уровень. Но хотелось бы, ребяточки, хотелось бы, конечно же, выиграть эту гоночку, пройти все это, дорогие друзья. И, собственно, показать всем, на что я способен. Да, конечно, не получилось у меня в этот раз. Так, давай, давай, малыш, я знаю, ты сможешь. Давай, давай, поехал, поехал, поехал. Давай, 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 давай. Ох! Отлично, ребятки. Вот так вот надо ездить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое? Опять я, ребятки, упал с огромной высоты. Ну ничего, на этот раз мы должны точно, ребятки, доехать. Пошел, 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 пошел. Давай, поехал, поехал. Давай, 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 давай. Вау, ребята. Ох. Да как так-то? Опять я зацепился спиной, ребятки. Опять я взорвался-то. Но я хочу доехать все-таки целым и невредимым. Давай газу, 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 малыш. Я понял, здесь особо просто не надо выделываться. Давай, 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 давай. Здесь вообще у нас не получилось что-либо сделать, ребяточки. Так, сейчас мы пройдем очень тяжелая, ребятки, игра. Как и писал, ребятки, мой дорогой подписчик. Он сказал, что Юра... Я играл в твоих Hot Wheels, и мне они не понравились, потому что они слишком тяжелые. Да, ребята, я не спорить не буду. Hot Wheels в действительности игра, ребятки, сложная. Так что если у вас не хватает немножко нервичков или не хватает, ребятки, смелости, то лучше эту игру, ребятки, оставить, так сказать, на потом и поиграть пока что в что-нибудь другое. Потому что это в действительности, ребятки, серьезно. Ну вот, ребятки, мы с легкостью, смотрите, с вами одолели это. Ой, даже прошли здесь аккуратно. Пожалуйста, аккуратненько, ребяточки, я вас прошу. Так, давайте вот этот камень все-таки как-то нам надо его объехать, что ли. Или столкнуть его, может, куда, ребят, не подскажете? Ох, вот так вот, ребята, мы можем с вами. Так, ребяточки, камень, 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 куда же его убрать-то? Ребята, посмотрите, что творится. Вы только посмотрите, что творится. Так, ребята, я уже два трамплина проехал. Ай, камень на меня катится. Тихо-тихо, нам надо, ребятки, сделать так, чтобы он через нас либо перекатился, либо его скинуть, сдвинуть отсюда. Ребята, давайте газуем, газуем, газуем. Вот это мощь. Вот это мощь. Вот это я понимаю, мы перегазовали, ребята. Так, ребята, я... Толкаю камень впереди себя. Как-то разработчики, конечно, не учли эту проблему. То, что камень мне будет мешать реально ехать. Куда-то же его все-таки надо-то приткнуть. Да, вот за это я реально, ребятки, и не люблю разработчиков. Потому что они бывают иногда просто меня шокируют своим выбором. Все, ребятки, камень мы вроде бы перескочили с вами. Перескакнули. И осталось нам, ребятки, следующее. Ой-ой-ой-ой. Для того, чтобы сюда выехать, надо, ребятки... собрать верный баланс. Давай, давай, давай. Так, выехать-то выехали мы. Но, ребяточки, впереди нам надо быть очень бдительными. Идет большая яма, так что надо быть... Смотрите, как надо ехать аккуратненько. Потому что автомобиль у нас, ребятки, довольно-таки мощный. И надо быть более бдительным, потому что если я, ребятки, сейчас опять повторю свою ошибку, я снова, ребяточки, упаду в яму. Вот видите? Вот здесь, ребятки, вот так вот надо было сделать. Вот так вот. Давай, 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 газу. Скакай. Ох, 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 отлично, ребятки. Вы видели, вот в ту яму я в прошлый раз упал. Но, ребяточки, мы же, посмотрите, у нас машина мощь. Американская мощь. И она, ребятки, сможет все.
Давай, 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 двигатель горит уже. И финиш! Отлично, ребяточки, круто. И мы прошли с вами, ребятки, этот уровень. Было довольно-таки реально сложно. И что я вам, ребятки, хочу сказать, что мы будем продолжать играть дальше. Так, ну что ж, поехали. Ого, ребята, я сразу на старте стартанул. Вы видели как? Вы видели, как я стартанул, ребяточки? Вах-в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 ах
давай газу, газу, малыш. Я знаю, что ты приедешь до финиша в определенный промежуток времени и победишь. Ох, трамплин, ребята. Перелетаем камушки. О, ребята, мы сальто сделали, вы видели? Это было в действительности, ребятки, круто. Мне очень понравилось. Давайте еще раз. Давай, давай, машина, мощь. Показывай, на что ты, ребятки, способна. Давай, вместе с друзьями едем, едем, едем. Ох, ребята, ого. Вы видели, ребят, я чуть опять не упал в пропасть. Но, тем не менее, ребятки, моя машина мощная. Перелетело это препятствие. И мы продолжаем нашу, ребяточки, игрушку. Так, мощь, поехали, поехали, поехали. Так, ребятки, сейчас будет трамплин. Давайте на нем, собственно, с вами и зациклимся, ребята, сальто. Нет, 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 только не падай, не падай, не падай вниз, потому что, ух, реально, сзади, ребятки, обрыв очень большой. Я не хочу упасть туда. Так что, ребяточки, я хочу все-таки доехать до финиша. Так, давай, 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 американская мощь. Осталось совсем немножко, и финиш, отлично, ребятки. Этот уровень мы прошли сразу, ребятки, а я вам хочу напомнить, посмотрите, ребятки, мы сейчас проходим 10 уровень, и у нас после этого, ребятки, на 11 уровне мы переходим из города в каменные ущелья, и у нас открываются, ребятки, новые автомобили. И, ну что ж, поехали проходить, ребятки, 10 уровень, последний в этом эпизоде. Так, ребята, посмотрите, какой у меня мощный автомобиль, как он рванул на свои эти, ох! Конечно, я думал, что здесь будет, ребятки, опять трамплин и обрыв, но этого не случилось. Но как двигатель у нас, ребятки, мощный, мы погоним, погоним, погоним и вперед. Всегда, ребятки, вперед, никогда назад не смотрим. Постоянно нам надо выигрывать. Вот так вот, ребятки, бензинчик взяли и сальтуху, и сделали эпическое сальто, ребятки. И мы перескочили два, ребятки, с вами только что ущелья огромных. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ребятки, я взорвался, потому что думал сделать сальто. У меня его, конечно, сделать не получилось. И таким образом, ребятки, я подорвался. Но ничего. Тем не менее, ребяточки, я все-таки уважаю вас и уважаю своих подписчиков. И я для вас повторю, ребятки, и покажу, как правильно надо ездить. Давай, мощная автомобиль, моя американская мощь. Рви двигатель на полную. Вот это мощь. Вот это да, поехал, поехал, поехал. Ох, сальтуха, отлично, просто. Так, здесь уже сальто не получится сделать. И лучше его не делать, потому что мы опять, ребяточки, упадем сейчас туда, куда не надо. Куда, собственно, не следует попадать. Вот видите, надо быть более аккуратным. Да как так-то, а? Хотел не повторять свою ошибку и все-таки ее повторил. Давай, давай, поехал, Юра. Давай сальтуху здесь сразу делай, чтобы не было никаких вопросов ни у кого. И погнал, погнал, погнал. Потихонечку, потихонечку, ребятки. Поехал, поехал, поехал. Вперед, чтобы не было никаких у нас проблем. Вот это, ребятки, машина в действительности мощная. Я еду на одном заднем колесе. Так, ребятки, перескочить у меня не получилось, как в прошлый раз. Потому что я немножко не рассчитал силы. Но хочу вам сказать о следующем. Что? А, ну да, здесь надо было, ребятки, скакать. Ну, ничего, ребятки, мы перескочили, тем не менее, все равно. Да, аккуратно, аккуратно, не взорвись. Да что ж ты делаешь-то? Ты же мощный автомобиль, ты же должен проехать. Давай, 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 давай. Газуй, 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 газуй. Давай вот это все. Уберем всех отсюда. Да что ж такое? Этот камень, ребятки, если честно, мне помешал вообще выиграть эту гонку. Мне сейчас надо, ребятки, переигрывать всю игру заново. Давай, давай, будь бдительным. Молодец. Вах. Ой-ой-ой-ой, прыжок. Так, ребятки, ой-ой-ой, давай, газ в пол, двигатель на полную.
Поехал, 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 поехал. Молодец, молодец, молодец. Я знал, что ты так умеешь, отличненько ездить. Ох, вот так вот надо, ребятки, сальтухи крутить и перепрыгивать настоящие препятствия. Вы видели, ребята, мы два препятствия перепрыгнули сразу. Это просто не может, ребятки, не радовать. И вот здесь вот я не знаю как, ребятки, но мы должны... Тихо-тихо-тихо, будь мужчиной. Давай-давай, я уверен, что ты победишь. Давай сальтуху. Отличненько, ребятки. И мы заехали. Отлично, убрали. Ребята, камень оказывается валун. Когда попадает мне на крышу, я взрываюсь. А как так-то? Такого же не должно быть. Ребята, ребята, ребята. Что же делать? Так. Погнали, погнали, погнали. Погнали, как всегда здесь. Ребятки, нам надо этот уровень пройти обязательно, потому что в следующих уровнях у нас открываются, ребятки, новые автомобили. Так, автомобиль мощный. Я, ребятки, с этим полностью согласен. И будем разрывать. Он уже, у меня уже дым с мотора идет и огонь. Это говорит о том, что мотор, ребятки, мой реально перегрелся. И мне надо, ребятки, разгон брать. Делать сальтуху. Так, все отличненько здесь. Так, идем дальше. Так, осталось здесь. Я не знаю, как правда правильно здесь нам это сделать. Вот так вот как-то. Вот как-то вот, типа вот так вот, ребятки. А валун, конечно, ребятки, мне этот не спас жизнь ни в коем случае. Видите, он меня просто-напросто, ребятки, задавил. Надо его, ребятки, как-то убрать. Так, так, так. А куда же мы его, ребятки, с вами скинем? Есть куда его скинуть? Ага, да, ребята, тут есть куда скинуть валун. Все, ребятки, валун мы сбросили. И теперь давайте наберем скорость для того, чтобы преодолеть это препятствие, которое осело впереди, ребятки. Давай, давай, давай. Ох, отлично. Отлично, ребятки. И мы перепрыгнули с вами с легкостью это, ребятки, препятствие. И поехали, 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 поехали на крышу. Давай, давай, осталось совсем, ребяточки, немного. Ох. Ух, ребята, вы готовы к прыжку? Воу! Ох, отлично, ребяточки. Вот это мощный автомобиль. Это, ребятки, самый мощный автомобиль, наверное, который только может быть. И сальто крутит, и огонь из двигателя идет, ребяточки. И все у нас. Отличненько, ребятки. Мы прошли с вами 10 уровень, ребяточки. И это означает то, что мы с вами прошли... А, ребятки, в смысле, нам нужно было... Что ли, мы что, не прошли его? Давайте, ребятки, выйдем и посмотрим. Прошли, ребята, мы его прошли с вами. И мы открыли, ребятки, 11 уровень. А на 11 уровне, ребятки, у нас появились новые автомобили. Вы только посмотрите. Ого, вот это круто. Вот это мы, короче, на них будем, ребятки, гонять в следующих частях. Вот это будет классно. Вот это, ребятки, вы готовы, ребяточки, ездить на таких тачках? Все, ребяточки, круто. Так, ребятулечки, этот эпизод подходит к концу. С вами был, как всегда, Юра. Ребятки, вы были на канале Вечное Детство. Дорогие друзья, подпишитесь обязательно на мой канал. Поставьте пальчик вверх. Поддержите, ребята, меня лайком. Мне будет очень приятно, дорогие друзья. Давайте дружить, общаться, играть вместе игры. Пока-пока в следующих выпусках, ребяточки.